8 марта, 32-й день войны в Украине. Меня зовут Кирилл Волков. Я мирный житель Украины. И это мои хроники войны. А мы уже едем развозить помощь старикам и тем, кто остался без еды, без лекарств. Здравствуйте, мы к вам. Да, да. Здравствуйте, а вы документы надо? Не, ну можешь, надо вот это. Это так можно забрать? Так, да. Ну тут нужно. Там мы почему мокрые, да, здесь. Вот собранные пакеты, возьмите их отдельно, они просто тоже нет, вес имеют. А коробочка станет полезнее. А я вас фотографирую с ними и все. Вы кому-то будете еще раз носить, да? Да, да, да. А вы можете пофотографировать и вот мне вам смотреть на этот? На вайбер есть? Да. Все, тогда да. Дайте я вас. Забирайте. Ага. Ну и вам так полегче будет. Ага. Вот да, стоять. Спасибо. Спасибо вам. Хорошего дня вам. И вам тихого. Вот очередные люди, которым мы помогли. Сейчас надо снять. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Нужно вот отчет? Конечно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не один. Вот так. Я там учел, ну пока по лекарствам, вы что заявку не пишете? Ну, на самом деле, у нас сейчас еще пару дней там перерубаться, они переезжают, у них хаос, поэтому не факт. А через пару дней напишите, попробуем что-то помочь. Ну, вот у меня есть, а так я... сейчас тебе дать? А? Или потом? Сейчас дать? Я тебя сфоткаю. Да? Да. Ну, подними голову. Вот. А то спрятался. Ну, в общем, как дела? Все в порядке? Да. Держишься? Стреляю. Я сегодня бахала так, поскольку 4. Я там зарево. А туда где 24 часа. Я же не знаю, что со мной еще подскочило, что меня бахнуло, я вашу, я там все просто. Я же с кровати чуть не слетел. Блин. Странный сегодня день. Утром было ясно. Сейчас пошел снег. Я развез гуманитарку сегодня. Вернулся на район. Иду за водичкой. Вот. Хочу сказать, что вчера смотрел передачу немецкого телевидения RTL West. И они обсуждали мой видеодневник. Это очень хорошо, что меня могут увидеть и услышать больше людей, потому что проблема серьезная. Вот. Обратите внимание на это. Значит, я делаю все правильно. В моем дневнике видно, что происходит у меня в стране. Прямо сейчас. Я хочу это все донести до вас.
Живой дом. Ну, кто-то там наводит порядок. Европа должна знать правду. Очень холодно сегодня. Но на источнике, как всегда, все мирно, все хорошо. Обожаю это место. Вот такая красота. Погода сегодня, конечно, меняется каждые 15 минут. Но воду надо принести домой. Красиво. Какой-то необычный вид. Вообще. Магия. Красота. Я вот думаю, может быть, устроить себе один день отдыха. Но если я буду отсутствовать какое-то время, не переживайте, все в порядке. Слава Украине! Героям слава! Какой погожий сегодня день, несмотря на погоду. Вышло солнце.